Уважаемые онлайн-зрители данного концерта, ваши аплодисменты. Супер талантливый композитор Джасур Халилов, который только что исполнил для вас народную таджикскую мелодию «Ту Йори Мани» в собственной интерпретации. Спасибо огромное! Чарующая музыка, потрясающее исполнение. Джасур Халилов, спасибо огромное. Это было на самом деле очень и очень красиво. Дамы и господа, дорогие зрители, рада приветствовать вас на Facebook-странице культурного центра «Бактрия». Прямо сейчас мы в прямом эфире ведем трансляцию из столицы Таджикистана, солнечного Душанбе, с концерта этно-джазовой музыки, где царит атмосфера единого духа и сконцентрировано музыкальное наследие этноса многих-многих поколений. We are glad to welcome you to the Facebook page of the Bactria Cultural Center. Right now, live, we are broadcasting from Tajikistan, from a concert of ethno-jazz music with an atmosphere of a single spirit and the musical heritage of the ethnic group of many generations is concentrated. Друзья, нас зовут Бахан Азербаев и Дарья Христолюбова, и сегодня мы будем проводниками в мир этно-джазовой музыки. Здравствуйте! Я уверена, друзья, что многие наши зрители знают, а кто-то, может быть, и нет, но в любом случае мы расскажем о том, что сегодняшний день не просто так был выбран датой проведения этого мероприятия. Дело в том, что дата 30 апреля официально объявлена ЮНЕСКО Международным днем джаза. Поэтому сегодня люди по всей планете присоединяются и отмечают этот замечательный праздник необычного музыкального жанра как символ диалога, как символ взаимопонимания, и мы, как вы видите, тоже не отстаем от всей планеты и с удовольствием присоединяемся к этому мероприятию. Да и вообще на протяжении многих лет, благодаря культурному центру «Бактрия», благодаря швейцарскому офису по сотрудничеству в Таджикистане, Министерству культуры Республики Таджикистан и Таджикской национальной консерватории имени Саторова, в Душанбе проходят международные этно-джазовые фестивали. Причем мы стараемся приглашать талантливых музыкантов не только из СНГ, но и из стран дальнего зарубежья. Но, к сожалению, по всем известным причинам, по ситуации с пандемией, мы, увы, не сумели провести в этом году концерт в привычном формате, в привычном режиме. Поэтому в рамках фестиваля сегодня мы проводим именно наш онлайн-концерт этно-джазовой музыки, который приурочен к 10-летнему юбилею Международного дня джаза. И мне кажется, что это здорово на самом деле, потому что к нам сможет сегодня присоединиться еще большее количество людей, ценителей, любителей этно-джазовой музыки из любого уголка планеты. Да, Даш, ты сейчас правильно отметила. Я надеюсь, что нас сейчас смотрит огромное количество людей по всей планете, и это очень-очень здорово. Мы рады вас приветствовать из солнечного Душанбе. Ну а вообще онлайн-концерт — это новая реальность, друзья, в современном музыкальном мире, и музыка как сильнейший коммутатор убирает границы, предоставляя возможность зрителю в любой точке планеты соприкоснуться с музыкальной культурой нашей республики, нашего любимого Таджикистана, погрузившись в удивительную атмосферу джаза с традиционными жанрами таджикской музыки. Душанбинский этно-джазовый фестиваль – это возможность ярких встреч, ознакомление с новыми музыкальными произведениями, и сегодняшний концерт продолжает эту классную, добрую традицию. В прямом эфире участники нашего концерта, а это мега-талантливые музыканты и исполнители, представят вашему вниманию удивительные новые композиции, основанные на богатейшей и древнейшей музыкальной культуре Таджикистана. Сегодня в нашем зале в целях безопасности ограниченное количество зрителей. Это организаторы, это партнеры нашего фестиваля и представители средств массовой информации. Мы одинаково рады приветствовать как тех людей, которые находятся сейчас рядом с нами, так и тех, кто присоединяется к нам в режиме онлайн по ту сторону экрана. Да, друзья, ну а я с большим удовольствием хочу пригласить на эту сцену представителей и организаторов данного концерта. Представитель Министерства культуры Республики Таджикистан, представитель швейцарского офиса по сотрудничеству в Таджикистане, представитель культурного центра «Бактрия», ну и, конечно, художественного руководителя этого фестиваля. Прошу на сцену. Друзья, если вы прямо сейчас уже присоединились к нашему онлайн-концерту, делитесь этой радостью. Я имею в виду, отправляйте
ссылки своим близким, своим друзьям, своим коллегам. Я уверена, что они скажут вам за это большое спасибо, потому что каждый сегодня захочет стать частичкой этого эстетически вкусного мероприятия. Да, ну а я напомню, что вы можете смотреть этот онлайн-концерт не только в Фейсбуке на страничке Бактрия, но а также в Зуме. Все ссылочки есть на страничке Бактрия в Фейсбуке. Заходите, друзья, проходите и регистрируйтесь. Ну а сейчас представители и доноры, и организаторы этого концерта. Прошу на сцену. Ваши аплодисменты, друзья. Сейчас я хочу предоставить слово первому заместителю министра культуры Республики Таджикистан господину Обиду Назарьяну. Друзья, я понимаю, что у нас сегодня не так много зрителей в нашем зале, но тем не менее даже вы можете поддержать бурными аплодисментами людей, которые находятся сейчас на этой сцене. Сегодня все музыкальное у нас. Салам алейкум, дустани азиз, мехмонони гироми кадр. در ابتدا می خواهم از نام وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و اهل هنری کشور تمام اشتراکچیان را با برگزاری برنامه آنلاین موسیقی جاز مبارکباد نمایم. خلق تاجیک موسیقی، ادبیات، صنعت، ارزش‌های والای معنوی بشریت را احترام بخشیده. همه طرف تلاش می‌ورزد که این مقدسات حفظ، رشد و غنی گردند. باعث تذکر است که در سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان رشد بی نظام صنعت و هنر و موسیقی کسبی مقام بسا مهم دارد. برگزاری این چاره‌بینی گواهی آن است که جمهوری تاجیکستان برای رشد و نموی موسیقی کسبی و ژانرهای گوناگون موسیقی معاصر اهمیت کلان می‌دهد. در این لحظه های فرح‌بخش به هر کدام شما تماشا بینان عزیز و مهمانان هنرپیشگان ممتاز و آهنگ سرودی موسیقی جاز سلامتی و کامیابی های بی‌نظیر را آرزومندم. Уважаемые друзья, дорогие дамы и господа, я искренне рад приветствовать участников от имени деятелей культуры и литературы Республики Таджикистан по случаю проведения онлайн-концерта этно-джазовой музыки в рамках 7-го Душанбинского этно-джазового фестиваля. Министерство культуры Республики Таджикистан всегда поддерживает инициативы проведения международных и республиканских музыкальных фестивалей в Таджикистане. Творение наших композиторов, музыкантов и певцов символично олицетворяет отблеск страны, ее природу, историю и традиции. Таджикская культура – это прежде всего таджикский язык с его многовековой историей, классической литературой, с ее мировой известностью и классическая музыка с глубоко эмоциональным звучанием. Музыка таджиков – это художественное воплощение наших задумчивых гор. Народные песни, легенды – это чудесный международный праздник весны Навруз. Онлайн-зрители смогут насладиться творчеством любимого исполнителя и соприкоснуться с музыкальной культурой. Музыкантам и исполнителям была дана уникальная возможность создать ни в чем не сравнимое музыкальное произведение, основанное на традиционных жанрах таджикской музыки, так как шашмаком и фалак. Такие эксперименты должны поощрять дальнейшую тенденцию развития и сохранения традиционных жанров таджикской музыки, а также способствует развитию новых форм импровизационной музыки. Надеюсь, благодаря выступлению ведущих музыкантов и исполнителей Таджикистана, сегодня каждый из вас глубоко почувствует красоту и очарование нашего края. Позвольте выразить искреннюю признательность организаторам данного фестиваля и пожелать музыкантам и исполнителям успехов и удач, новых творческих взлетов. Спасибо за внимание. Приятного просмотра. Спасибо, господин Зелен. Ну а сейчас хочу предоставить слово директору швейцарского офиса по сотрудничеству госпоже Саломе Штайб.
Good evening, dear ladies and gentlemen. I'm very happy to be here and open this ethno-jazz concert. On behalf of the government of Switzerland, allow me to congratulate you, dear musicians and organizers, to the International Day of Jazz. Several years ago, UNESCO announced the 30th of April as a day of jazz. It is celebrated by 115 countries all over the world, and I am pleased that Tajikistan is one of them. The International Day of Jazz highlights the importance of jazz music as the language of peace, dialogue, and friendship, today more important than ever. In this case of the ethno-jazz, your musical traditions presented by World Language of Jazz, and that is a wonderful idea to be in line with world dimension with respect to your roots and cultural heritage. As we know, Tajikistan was celebrating this day each year by organizing the International Dushanbe Ethno-Jazz Festival and demonstrating musical dialogue together with musicians of various countries. I very much hope that in the future the festival will be renewed and restarted again. But today, I wish you a wonderful evening and enjoy the Tajik ethno jazz. Thank you very much. Спасибо вам большое, друзья. С вашего позволения, я переведу речь на русский язык. Вот что сказала директор швейцарского офиса по сотрудничеству в Таджикистане. Друзья, уважаемые дамы и господа, я счастлива быть в Душанбе и открывать этно-джазовый концерт. Разрешите поздравить вас, уважаемые музыканты и организаторы, с Международным днем джаза. Несколько лет назад ЮНЕСКО объявила 30 апреля днем джаза. Его отмечают 115 стран мира, и мне приятно, что Таджикистан является как раз одной из этих стран. Международный день джаза подчеркивает важность музыки как языка мира, диалога и дружбы. В случае этно-джаза ваши музыкальные традиции представлены мировым языком джаза. И это прекрасная идея соответствовать мировым измерениям в отношении наших корней и, естественно, культурного наследия. Как известно, Таджикистан отмечал этот день, организовывая международный душанбинский этно-джазовый фестиваль и демонстрируя музыкальный диалог вместе с музыкантами разных стран. Надеюсь, что в будущем фестиваль будет возобновлен и снова запущен. Желаю вам прекрасного вечера и наслаждения таджикским этно-джазом. Спасибо вам большое за это пожелание. Друзья, ваши аплодисменты. Ну а прямо сейчас мы предоставляем слово директору культурного центра Бактрии Дина Миллер. Просим вас. Добрый вечер, зрители, добрый вечер, гости концерта. Сегодняшний концерт посвящен десятилетию юбилея Международного дня джаза, и он является, этот концерт является своего рода техническим экспериментом как для самого фестиваля, так и для организаторов, для музыкантов, когда мы экспериментируем с форматом и совместно делаем этот контент. Всем хорошего просмотра. Ну и прямо сейчас мы хотим предоставить слово человеку, без которого этот фестиваль точно не состоялся бы. Это художественный руководитель фестиваля, это потрясающий музыкант, потрясающий композитор и замечательный педагог Джасур Халилов. Спасибо огромное. Добрый вечер, дамы и господа. Я также присоединяюсь с большими поздравлениями, потому что по всему миру сегодня празднуется, и ЮНЕСКО объявил уже 10 лет празднуется этот юбилей, и по всему миру сегодня ведутся большие концерты. Конечно, с условиями пандемии в ограниченном и в таких форматах онлайн, стримы. Прежде всего, мне бы хотелось сказать слова благодарности швейцарскому офису по развитию и сотрудничеству за вот эту инициативу, за эту возможность, чтобы фестиваль Душанбе жил и процветал. Огромное спасибо Министерству культуры, который
помогают, и фестиваль всегда проходит на высоком уровне. Очень хотелось бы сказать большие слова в адрес культурного центра «Бактрия», потому что именно «Бактрия», культурный центр «Бактрия» является инициатором и главным организатором этого замечательного и фестиваля, и этого концерта. Еще раз вас всех с праздником, приятного прослушивания. Мы будем стараться, чтобы музыка жила, джаз существовал в Таджикистане, как уже и Обидьон Назаров сказал, на богатой нашей таджикской народной культуре, совмещая, делая синтез джазовой музыки и народной музыки. Вот сегодня мы что-то из этого покажем. Приятного прослушивания, приятного просмотра. Спасибо вам огромное. Спасибо, друзья. Спасибо огромное организаторам, спасибо огромное партнерам, спасибо большое всем. Ну что ж, друзья, все речи сказаны, поэтому мы объявляем торжественное открытие онлайн-концерта этно-джазовой музыки в Душанбе. Время начинать. Мы приглашаем на сцену молодых, талантливых выпускников джаз-академии, которая проходила осенью уже прошлого года. На протяжении нескольких месяцев на базе Таджикской национальной консерватории имени Саторова в рамках образовательной программы Душанбинского этно-джазового фестиваля. Плодами, результатами этого обучения и потрясающей музыкой давайте наслаждаться прямо сейчас. Встречайте!
Друзья, ваши аплодисменты, выпускники джаз-академии. Вы знаете, друзья, всегда очень сложно быть первым, начинать какой-то концерт, какое-то выступление, но ребята справились на отлично, это просто очень круто. Еще раз ваши аплодисменты выпускникам джаз-академии. Да, друзья, нам кажется, что этих ребят ждет на самом деле классное творческое будущее. Вы видели, с каким драйвом они исполняли свою программу? Это на самом деле было потрясающе. Та энергетика, которая здесь царит, я очень надеюсь, что она передается все-таки и через экраны нашим онлайн-зрителям. И вот сейчас кто-то может сказать: осторожнее, не спугни удачу, чтобы у ребят все на самом деле получилось. Но нет, друзья, все дело-то не в удаче. На самом деле все дело в профессионализме, в таланте, в стремлении развиваться, ну и, разумеется, в любви к музыке. И судя по тому, что сейчас происходило на сцене, все это у ребят присутствует, поэтому пожелаем им удачи и в очередной раз поблагодарим их за потрясающее выступление. Ну а наш концерт продолжается, и мы движемся дальше. У музыки один язык, а джаз — это элитная музыка, которую я люблю. Так говорит наша следующая участница, обладательница редкого джазового контр-альто, участница многочисленных международных фестивалей. Как мне кажется, настоящее достояние нашей республики. Друзья, встречайте, заслуженная артистка Республики Таджикистан, обворожительная Парвин Юсуфи и джаз-бэнд. Встречайте, друзья. Парвин, прошу на сцену. Добрый вечер, уважаемые гости, дорогие друзья. Прежде чем начать петь, я хотела бы поблагодарить вас за то, что вы пришли сюда, нас поддержать и послушать. А также я хочу поблагодарить культурный центр Бактрии и всем тем, кто помогал организовать этот джаз-фестиваль в этом году. Спасибо вам. Я надеюсь, что мы сможем подарить вам пару минут приятной музыки. Спасибо. Thank you.
Honey.
Спасибо огромное. Парвин, Юсуфи и Джаз Бэнд, друзья, ваши аплодисменты. Друзья, я не знаю, что не так с голосом Парвин Юсуфи, но мне кажется, он обладает какой-то магической силой притяжения. Вот просто в силки свои схватила и не отпускает до последнего. Был один случай, когда Парвин выступала на одном концерте, а нам надо было уходить с Бахой. И мы думаем, ну еще полминуточки, ну еще минуточку. В общем, мы досидели до тех пор, пока Парвин Юсуфи не отыграла всю свою программу. И я уверена, что сейчас наши онлайн-зрители, так же как завороженные, просто присоединились к нашему концерту, и их тоже не отпускает. И я понимаю, что аплодировать, находясь у себя дома перед экраном, наверное, кому-то покажется странным или, может быть, даже глупым. Но, тем не менее, друзья, ваши виртуальные аплодисменты никто не отменял, поэтому вам, нам важна ваша ответная реакция. Мы ждем ваших комментариев, ну и, естественно, слов благодарности в адрес наших исполнителей. Я уверена, они их заслужили. Ну что ж, друзья, мы движемся дальше, мы продолжаем прямой эфир с концертной площадки столицы Таджикистана. Кто у нас далее? Творчество трио, которое сейчас выйдет на сцену, обрамлено магическим камерным звучанием, сочетая в себе классическую и джазовую музыку в синтезе с переплетением богатого наследия фольклора. Звучит, мне кажется, очень заманчиво. Да, друзья, участники международных фестивалей, ведущие музыканты Республики Таджикистан. Друзья, встречайте Халил Brothers Trio. Спасибо огромное. Мне бы хотелось представить и поподробнее рассказать о музыкантах, которые на сцене сегодня. Это прекрасный бас-гитарист, лучший бас-гитарист вообще считается в Центральной Азии. Один из организаторов фестиваля, технический директор фестиваля Джафар Халилов. Прекрасный перкуссионист. Очень интересный, я думаю, сейчас вы услышите. Тимур Нурлабеков. Еще раз всех поздравляю с прекрасным праздником Днем джаза международным. Мы исполним несколько композиций. Первая композиция называется «Secret Love». Thank you.
Джафар Халилов, Тимур Нурлабеков. Thank you.
Тимур Нурлабеков, Джафар Халилов. Музыканты, которые, выходя на сцену, влюбляют в себя, в свое творчество и в музыку в стиле этно-джаз. Халил Брадерс Трио, спасибо вам огромное. И ваши аплодисменты. Что-то мне подсказывает, что сегодня мы этих ребят еще увидим на сцене, друзья. Ну а сейчас мы хотим пригласить на сцену следующих участников нашего этно-джазового концерта. Традиционная музыка, которую играет коллектив, отражает дух времени. Они экспериментируют с джазовой музыкой и сегодня представят свое творчество на нашем концерте. Встречайте, лауреаты зарубежных и всех джазовых фестивалей Таджикистана, группа «Дач». Ваши аплодисменты, друзья.
Браво, браво! Фантастические, невероятные, просто уносящие куда-то в параллельную вселенную, друзья, группа Дадж, ваши аплодисменты. И вот правда, вот так бы слушала и слушала без остановки, и мне кажется, сейчас у наших онлайн-зрителей примерно такая же реакция. Ну почему закончили? Почему на сцене опять эти ведущие? Ребят, мы обещаем, что мы ненадолго, и вы совсем скоро вновь сможете продолжить наслаждаться замечательной музыкой. Ну а мы пока напомним, что мы выходим в Facebook прямо из Душанбе, из столицы горного прекрасного Таджикистана. Наш концерт этно-джазовой музыки наполнен ценностями национальной музыкальной традиции нашей страны. Ну а сейчас на сцену выйдет группа, с которой очень сложно сравниться. Хотя это же музыка, поэтому мы никого не сравниваем. Мы просто наслаждаемся, мы просто получаем удовольствие. Итак, прямо сейчас на эту сцену выйдет группа с прекрасным древним названием, которая заслуженно закрепила за собой статус одного из лучших коллективов Центральной Азии, которые работают в области джазовой музыки фьюжн. Да, друзья, это обладатели многочисленных наград и международных премий, участники многочисленных международных фестивалей. Друзья, встречайте, великолепная Тахмина Рамазанова и группа «Авеста». Thank you.
Здрасте. Приятно всех вас видеть. Такая семейная компания, да, сегодня собралась. Все свои. Очень приятно вас всех видеть. Пандемия. Вот так вот нас застала врасплох. Нам, музыкантам, никак нельзя уходить в отпуск. Нам нужно быть всегда вместе со своими слушателями, вместе со своими поклонниками. Да, но быстрее бы Всевышний нас провел через все эти испытания, и мы жили в мире и в согласии, и были счастливы и здоровы. Я знаю, что сейчас нас смотрит весь мир, и от себя, от группы «Авеста», от всех музыкантов, которые стояли на этой сцене, от организаторов этого прекрасного проекта, я привет посылаю всем свой горячий и желаю здоровья и всего самого наилучшего. Спасибо. Джаз «Весна» Душанбе. Thank you.
Спасибо.